One. Fight. Сейчас я обращаюсь к вам, нелюди, фашисты и бандеровцы, детоубийцы и каратели. Я обращаюсь к тем тварям, которые ведут открытый геноцид по отношению к русскому народу. Страшное преступление, совершенное в Одессе 2 мая, должно быть расследовано. Но только теми, кто сам в нем виноват. Этим расследованием займемся мы сами. Round two. Fight. Падают на землю их горящие самолеты. Также методично мы уничтожаем карательные отряды и батальоны бандеровцев, которые киевская хунта использует как пушечное мясо. Выходцы из Западной Украины вообще мы увидели, что не способны на войну. Они способны только на карательные операции. Против мирного населения воюют в основном выходцы с центральной Украины и с восточной Украины, которых убедили в том, что вот это экспансия России, в том, что это они воюют, защищают свою территорию, свою землю. И вот они воюют нормально. Round three. Fight. Давайте новороссийский рубль пофантазируем, он будет привязан к киловатту электроэнергии, допустим. И тогда его стоимость, она будет измеряться, скажем так, в киловатте электроэнергии можно измерить все. И стоимость буханки хлеба, и стоимость единицы тепла, и стоимость единицы воды, ну согласитесь. На эту сессию выносился закон о воинском флаге, о боевом флаге, о боевом знамени. Воинское знамя предлагалось у нас как красный фон, Андреевский крест на белой подложке, и предлагалось, что будет таким же и официальный флаг. И другой вариант, это из трех полос флаг состоящий. Final round. Fight. Мы у себя на Донбассе своих олигархов скинули и погнали прочь. И сейчас строим свое настоящее подлинное народовластие, о котором вы можете только мычать на своих майданах. Вот Луганская республика в Украине была на грани рентабельности, в принципе, была дотационной. На раздачу гуманитарной помощи дерутся за продуктовый паёк. Это очень страшно и больно видеть. И вот такая вот ситуация, непростая. У меня очень много знакомых, друзей среди европейских политиков, среди русских политиков. Вот не так давно я встречался с Дмитрием Рогозиным как вице-премьером. Он отвечает за развитие в российском правительстве, отвечает за промышленность. Finish him. Fatality. Гасло. НКВД, пропустите. Таких мы не пропускаємо. Гасло я вас запитую. Чи москаль? Я русский. Русский. Русский? Русский. Скажите гасло, тоді впущу. Не, не скажу. Ми так довго будемо стояти з вами. Ну, значить, ми виходимо. Пошли. Flawless victory.